Добрый день! Сегодня такое легкое короткое видео. Кубоид 1 на 2 на 3, 1, 2, 3 куб. Компания... Что за компания? Мою? Да, Мою Кубинг Классрум выпустила эту головоломку. Ну, понятно, что ради только вот этого я бы ее покупать не стал. Я их купил в комплекте с 2 на 2 на 3, но об этом в следующем видео. А сейчас 1, 2, 3 куб. Сложнейшая головоломка. Посмотрим, есть ли тут инструкция. Техническая информация кому нужна. Сравним с конкурентами. Попробуем собрать, вдруг получится. Так, там внутри что-то есть. Какая-то бумажка. Есть бумажка. Надо извлечь. О! Так. Это инструкция на куб 1 на 2 на 3. Зря смеетесь. У меня есть обучающее видео на 1 на 2 на 3. Так что, если у кого-то вдруг не получается собрать, можете посмотреть видео. Да, понятно, что он можно случайно собрать. Да, и забыть. Но чтобы понимать, что происходит, там все ситуации разобраны. Причем вместе с 1 на 2 на 2 и с елочкой. Да, они вот чем-то похожи. Так, ну хорошо. Я подглядывать не буду в инструкцию. Попробую собрать сам. Мы видим логотипчик Мофанг и Джаоши. Что-то вращается. И сравним вот с этим, с Чи. Что здесь, что там. Это не наклейки. Это пластинки. Я думаю, это уникальная особенность, но нет. Размер. Размер у Мою, будем его так называть, чуть поменьше, чем у Чи. И рисунок такой, кажется, чуть более небрежный. Ну, может, это кажется. Возможно, я привык к монументальности Чи. Так. Ну, сложную собирать пока не будем. Елочку поставим на фоне. Однотипный. А, елочка Shape Mode 1 на 2 на 3. Попробуем вращать. Вращается. 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 Шахматный узор. Вращается отлично. Очень даже хорошо. Вполне комфортно. Конкурент. Ой. Фальстарт. Вращается тоже хорошо. Но в руках чувствуется крупнее. Уже устаревает. Немножко заедает. Здесь не заедает. Резко углов в другую сторону. В эту. В какую? Нет резких углов. А как? А так? Ну, чуть-чуть есть. Так, попробуем собрать. Средний слой. А тут не собрано. Все неправильно. Не получилось. А если так, тоже. Надо смотреть инструкцию. О, случайно собрал. Ну, возможно, это новая версия, поэтому собирается быстрее. Попробуем старую. Так. Средний слой не собран. Так, собран. Наверх. Сюда нужно желтую наверх. Так. А, все. Все. Сломано. Сложная версия. Старая. Не собирается. Как же быть? И так, и так. Но я знаю, хитрый алгоритм. Я смотрел свое обучающее видео. Делаем R2, O2. R2, O2, R2. Все пропало. Все испортил. Кажется, что так собрано, а так... А вот так нет. Что же делать? Делать надо вот так. Все-таки вакапит. Для скоростной сборки, наверное, предпочтительнее будет новая версия. Да и собирается она полегче, как вы видите.
Да, гораздо легче вращается. Думаю, все-таки это достижение современных инженеров, новые технологии. Поэтому собирается проще. Попробуем еще раз. Ну я же говорил. Новая версия собирается быстрее и легче, и вращается лучше. Так что компания Мою сделала прорыв в производстве головоломок 1 на 2 на 3 и становится лидером. Но если серьезно, нормальный кубоид, чуть поменьше, чем ЧИ, и можно собирать, даже получше крутится. Собираются они, естественно, одинаково. А если вдруг кто не хочет смотреть длинное видео, вот короткая инструкция, если видно. Но видео не такое уж и длинное, если что. Ждем в следующем видео нормальный кубоид. Конечно, тоже простой, но тот уже собирают на скорость на неофициальных соревнованиях. Ну или собирали, когда я в этом участвовал. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.